Девчоночки, всем привет! Как ваши дела? У меня все отлично. Так, сегодня вот сделала такую пасту, девчонки. Вы знаете, да, я не любитель пасты, но для разнообразия надо что-то поменять. А то все каждый раз одно и то же. Сухие хрустяшки. Давайте похрустим. Это паста с башкирских глин. Здесь мока, лесная, белая. В общем, разбирала свои эти и все крошки собрала. Решила сделать пасту. Мелок взбитой сливки. Горечь, гренки, мокка. Не глотаю, девчонки, сразу говорю. А то сейчас там появится. Обманываете, не обманываете. Глину что там? Нет. Освещение какое-то непонятное.
куплина мука, девчонки. Давайте ее распробуем. Она уже сухая. Угу. Горькая глина. Скрип есть. Не знаю, девчонки, мука мне не зашла. Вот с мелом никаких проблем нету.
Что, девчонки, такой вот был перекус. Можно сказать, без глотания глинки. Мока вообще глотать невозможно. Да вообще башкирские глины. Залипучие все. Глина у меня для разнообразия. Вот так я больше предпочитаю мел. Здесь и хруст, и, не знаю, и вкус, и все меня как бы устраивает. В глинах, да, есть и вкус, и все, но одно залипание очень тяжело это. Это там во рту вот этот комок. Это масса разжевывать, все там. В общем, все, девчоночки, пока-пока, всех люблю, до новых встреч, спасибо.